Первое место в нашем конкурсе – российско-британско-французский консорциум под лидерством Night Friend. Казань – активно развивающийся город с ожидаемым приростом населения 350 тысяч в ближайшие 20 лет. Соответственно, возрастает и запрос на активный и здоровый образ жизни. Проект соответствует международным понятиям эко-района. Это порядка 50 критериев и системы сертификации LEED и HQ. Проект ориентирован в первую очередь на развитие общественного транспорта, железной дороги и автобуса. Также планируется проложить трамвайный маршрут и развить Казанское железнодорожное кольцо. Мировая практика показывает, что 30% людей пользуются именно общественным транспортом. Развитая социальная инфраструктура с точками притяжения обеспечивает полноценную и комфортную жизнь внутри района. Нашим проектом предусмотрена разнообразная типология жилья. Градостроительная сетка сформирована на основе улиц и зеленых коридоров. Размер квартала учитывает эргономику человека. Визуальный ряд основан на постоянном контакте с окружающим пейзажем. Современный стиль жизни на стыке природы и экотехнологий. Раздельный сбор мусора, переработка отходов, демированное освещение. These are the principles. Это принципы. Three villages. Три поселения. On main routes in landscape. На трех основных маршрутах, которые проложены внутри ландшафта. And homes set in a landscape in clusters with low density. И жилые районы, они с низкой плотностью застройки, они у нас разделены на кластеры. And landscape route. Connecting all neighborhoods together. И ландшафтный маршрут соединяет все эти районы, все эти поселения внутри вот этой одной агломерации. This is mixed of typologies, apartments, buildings, houses, everything in a vibrant, coherent mix. Смешанная типология зданий, многоквартирные дома. Дома индивидуальные, все это в таком вот смешанном режиме. Forest and landscape integrated into the development. Лес и ландшафт, они дополняют схему застройки, они интегрированы в нее. И вокруг парков также предусмотрено строительство индивидуальных домов с задними дворами, с прилегающей территорией к этим домам. This courtyard house is inspired by Kazan and Tatarstan history and family traditions, where there is a family courtyard and everyone lives in the courtyard and it is very active. И здесь такой подход, такая концепция, она была, мы были вдохновлены над традициями Казани, традициями Татарстана, когда есть традиционный дом и есть традиционный при этом доме сад или задний двор, где все члены семьи, все участники семьи, они существуют вместе, живут, занимаются различными активностями. And a home can grow. When family becomes bigger, we add floors onto it. И дом может расти вместе с семьей, по мере роста семьи дом также может расти, можно к нему добавлять этажи. And one people have private courtyard, but they also enjoy communal garden, so we have both for families. Ну, для семей получается так, что есть и свой собственный задний двор, но еще есть и общественные сады, где семьи, большие семьи или семьи могут взаимодействовать друг с другом уже.
Проект предполагает строительство примерно 450 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, 50 тысяч общественно-деловой, это торговые центры, это офисные в том или ином формате объекты, предполагающие создание рабочих мест на территории, это вся социальная инфраструктура, которая необходима для обеспечения жизнедеятельности такого района. По нашим оценкам и расчетам, это порядка 65 тысяч квадратных метров. При ценообразовании мы исходили из текущей ситуации и прогнозов развития рынка жилья Казани, учитывая, что это все-таки будет один из наиболее качественных, наиболее знаковых проектов города. Мы ориентировались на лучшие примеры, на лучшие проекты, которые сегодня существуют в Казани. Стоимость квадратного метра квартирного жилья в нашем проекте составляет 5 тысяч рублей за квадратный метр, но при этом мы предлагаем очень оптимальные решения планировочные, очень оптимальные площади, которые позволят общий бюджет покупки сделать относительно невысоким. А с точки зрения индивидуального жилья мы рекомендуем заказчику и рекомендуем инвесторам, которые будут в дальнейшем участвовать на проекте, продавать все-таки готовый продукт, чтобы сохранить ту идею и ту концепцию, которая заложена, поэтому мы не предполагаем продажу просто земли и продаем домовладение, которое включает в себя дом и земельный участок в том или ином виде, учитывая, что здесь чуть большие площади, чуть-чуть другие решения с точки зрения затрат, стоимость квадратного метра определена на текущей стадии проекта, мы должны понимать, что это очень ранняя стадия, и на уровне 65 тысяч рублей за квадратный метр.